Лучшего беркутчи выбирают в Казахстане. Мастерство охоты с ловчими птицами демонстрируют профессионалы из Китая, Монголии, России, Кыргызстана. Моя коллега Гульмира Жанзакова узнала, кому достался главный приз – автомобиль. Доля секунды, и беркут в небе. Остальные пернатые хищники нетерпеливо машут крыльями на руках хозяев. Участники турнира и их ловчие птицы – давние друзья. Эта птица у меня уже 40 лет. Нескольких часов не хватит, чтобы рассказать о всех ее победах и трофеях. Для собравшихся дружба с грозными птицами – семейная традиция. От дедов и прадедов они знают. Когда-то хорошо обученный орел стоил сотен лошадей и верблюдов. Теперь старинный способ охоты – национальный вид спорта. Приручить эту птицу меня учил мой отец. Беркут стал мне настоящим другом. Он приносит мне лисицу и зайца. Беркутчи прошли несколько этапов состязания. Посмотреть на эффектное зрелище приехали сотни людей. Такое масштабное событие будет способствовать не только духовному возрождению национальных традиций и обычаев, но и привлечению и увеличению потока туристов в межсезонье. Лучшими признали хозяев турнира казахстанцев. Им достались все три призовых места. Победитель, охотник из Акмолинской области Канат Шуленбаев получил главный приз – автомобиль. Гульмира Жанзакова, Мир24. Охоте с ловчей птицей больше 3000 лет. В 2010 году искусство беркутчи внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.